Приветствую, коллеги! Ассалам алейкум! Мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как установить Angular в Linux. Если вы на месте, если вы готовы, проверка связи, если слышно нормально, без всяких артефактов, с вас плюс в чат, ну или в комментарий, ну а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии Cisco Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационные технологии. Ну а здесь я представляю университет CEDICOM, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-класс – это новый формат обучения, основанный на принципе learning by doing – обучение на практике или практическое обучение. Соответственно, коллегам буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать, ну а ваша задача за мной все повторить. Как результат, у вас появляются вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному, прогнозируемому лучшему. Поэтому присоединяйтесь. Итак, коллеги, начинаем традиционно с теории. Что такое Angular? Это платформа для разработки веб-масштабируемых веб-приложений на базе TypeScript. Что интересно, то что в Angular очень много различных библиотек, функций, ну и, собственно, удобная на самом деле платформа. Занимается разработкой Angular компания Google. Вот, поэтому сегодня мы поговорим, как это дело все установить в Linux, ну и попробуем с вами даже написать небольшое приложение. Итак, поехали. Следующий важный момент. Для того, чтобы вам было легче за мной все это дело повторять, чтобы вы не всматривались в картинку там с видео, мы для вас специально написали статьи в блог. Соответственно, ссылки на эти статьи вы сможете найти под этим видео, в описании, в чатах, везде. Поэтому, пожалуйста, открывайте у себя эти ссылки, и можно будет воспользоваться Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы, как говорится, не было никаких там очепяток. Ну и у вас гарантированно все получилось, чтобы вы могли с этим всем разобраться. Итак, едем дальше. Значит, пациент, на чем я буду это дело все выполнять? Значит, у меня Ubuntu 20.04, и, собственно, здесь я буду выполнять установку Angular. Вы, в принципе, у себя можете тоже использовать Linux какой-нибудь, да, и, соответственно, здесь мы все это дело повыполняем. Дальше, есть рабочий стол у меня, вот, да, и здесь тоже, соответственно, протестируем наше приложение, которое у нас должно в конечном этапе получиться. Итак, поехали. Значит, традиционно начнем с установки, да, дальше создадим проект, ну и попробуем там открыть в браузере, посмотрим, как же у нас будет это дело все работать. Итак, поехали. Значит, первое, что нам необходимо сделать, коллеги, это установить Node.js. Значит, ну и, соответственно, пакетный менеджер к нему. Что важно, то, что мы уже проводили целый мастер-класс, есть отдельная статья с блога, как установить Node.js. Поэтому, опять-таки, переходим по всем этим ссылкам и, соответственно, выполняем установку. Да? То есть, вот, собственно, что нам нужно сделать для того, чтобы это дело все у нас получилось. Итак, поехали. Значит, Итак, значит, устанавливаем ноды. JS, я воспользуюсь, как говорится, хорошей функцией комментария. Так вот, копирование, извините, копирование. Да, вы тоже можете скопировать. И сейчас мы попробуем все это дело установить. Итак, первое, что мы делаем, это, соответственно, вот ага, значит, хорошо. Что тут хочет? Так, хорошо, distribution. Continue in 60 seconds. Итак, добавляется ключ в систему. Так, пожалуйста, все добавилось. Следующий этап, коллеги. Давайте обновим список, да, список пакетов в репозиториях тоже обновился. Итак, теперь переходим уже непосредственно к установке Node.js.
Итак, установка пошла, yes, ну и соответственно здесь нужно немножко подождать, пока все это дело скачается. Так, fetching, fetching, так, прекрасно, так, устанавливается, ждем, так. Так, Node.js установился. Здорово. Значит, следующий этап, коллеги, это нужно посмотреть. Давайте посмотрим, какая версия у меня здесь получилась. Значит, 20.5.1. Ну, это последняя, да. Ну и, соответственно, нодовский пакетный менеджер тоже, пожалуйста, установился и работает. Соответственно, 9.8.0. Ну, это последняя версия, вот прямо на сейчас. Значит, установку Node.js выполнили, ну и, соответственно, дальше возвращаемся уже вот непосредственно к установке Angular. Итак, значит, да, тут можно все это дело вот доустановить, да, нужно поставить Build Essential, ну давайте тоже установим, чтобы это дело нам тоже все пригодится, да. Значит, тоже все пригодится. Значит, устанавливаем утилиты разработчика. Ну, на самом деле они у меня стоят. Дело в том, что у меня здесь на моем Linux здесь уже стоит и, собственно, и среды разработки, да, то есть Visual Code Studio, там докеры, шмокеры, то есть тут много чего стоит и, соответственно, поэтому, ну, если у вас не стоит, то нужно, соответственно, установить. Ну и дальше уже переходим непосредственно к установке Angular. Соответственно, выполняем установку через пакетный менеджер Node.js. Да, Node.js. Итак, поехали. Значит, копируем командочку, вставляем. И это дело все должно у нас установиться. Так, соответственно, complete. Так, still, так, да, выходит скачивание всего этого дела. Ну и здесь необходимо, опять-таки, немножко подождать. Так, качается. Так. Итак, прекрасно, значит, пожалуйста, все это дело установилось. Так, да, вот, так, update хочет, ну хорошо, давайте выполним update. Вот. Тоже попробуем это все выполнить, да. Так, сюда. Так, update хочет. Выполняем то, что система у нас просит. Вот. И, соответственно, все должно у нас установиться. Так, прекрасно. Значит, так, едем дальше. Значит, следующий этап, коллеги. Так, с Angular нормально все установилось. Проверяем версию. Соответственно, команда ng version, и что мы увидим? Так, значит, видим, так, enabling auto-completion, modification, хорошо, давайте yes ответим, значит, так, ну что, работает, да, вот, так, политики применяем, так, ну и вот мы, пожалуйста, видим, да. Вот, this current version, ага, вот так, вот, ну что, Angular у нас стоит, да, то есть все установилось, пожалуйста, коллеги, вот, дальше уже можно работать, да, можно работать. Итак, едем дальше, значит, следующий этап, что у нас будет, значит, это создадим проект. Итак, коллеги, да, если у вас получилось установить, как у меня, то, соответственно, следующий этап это установка, создание проекта. Да, давайте мы его сейчас попробуем создать и, соответственно, потренируемся все это дело. Итак, поехали. Значит, создается все достаточно просто. Сюда, дальше, ng, new, ну и, соответственно, название проекта. Ну, здесь я просто напишу app. App, да, три буквы app, и, соответственно, все должно создаться. Значит, здесь auto-completion хочет, ну, yes, нажимаем, значит, updating хорошо, здесь yes, так, ну и, соответственно, enabling, так, да, здесь тоже мы нажимаем yes, и, соответственно, пожалуйста, наш проект должен создаться. Так. Так,
Так, все у нас создалось, коллеги, здорово. Значит, что мы делаем дальше? Значит, дальше нам нужно будет перейти. Так, значит, тут это все наше, да, вот оно. Так, создалось. Так, installing packages, да, распаковывается все, пожалуйста. Наш проект. Так, здесь нужно подождать, пока все это дело скачается. Так, распакуется. Так, ждем. Так, ну что, все установилось, здорово. Дальше давайте переходим в папочку нашу CD-App. Собственно, да, здесь уже целая, пожалуйста, значит, проект наш создался. Вот он, да. И, соответственно, дальше нам нужно будет все это дело запустить. Да, запустить. Итак, ng-serve. Так. Да, здесь нажимаем yes. Так, permission denied. Надо, скорее всего, запускать из sudo, да? Из sudo, значит, да. Соответственно, делаем sudo. Или как sudo? Здесь проще написать sudo. Так, и, соответственно, все должно у нас стартануть. Так, yes. Так, ну, пожалуйста. Значит, так. Application bundles, да, пожалуйста, все у нас, значит, билдится. Итак, коллеги, пока собирается наше приложение, значит, какой важный момент? То, что по умолчанию приложение будет работать вот на порту 4200, ну и, соответственно, если у вас в фаерволе этот порт закрыт, то его необходимо открыть. Как это сделать, есть инструкция, вот она, да, соответственно, если у вас там Firewall D, да, если у вас UFW, то вот тоже инструкция есть. Но у меня по умолчанию Firewall на моем компьютере UFW статус, да, соответственно, он у меня здесь выключенный, поэтому я не буду ничего открывать, да, то есть это у меня компьютер для разработки, поэтому в нем как бы все это дело, фаерволы всякие выключены. Итак, что я вижу? Я вижу то, что у меня стартануло все, да, значит, development server, list in localhost 4200, ну и, соответственно, дальше говорится, что нужно открыть браузер и, соответственно, перейти по этому адресу. Итак, давайте попробуем это все сделать. Так, где мой браузер делся? Так, значит, здесь пишем HTTP, localhost, двоеточие, 4200. Итак, что мы видим, коллеги? То, что, пожалуйста, значит, сбилдилось мое приложение, да, app is running, да, у меня название app, поэтому app дважды. Вот, если вы другое использовали название, то, соответственно, у вас будет свое какое-то название. Итак, коллеги, ну что, здорово, да, то есть, в кого получилось установить, вот, как у меня, помните, цифра 1, дальше, если получилось сбилдить приложение, цифра 2, ну и вот, коллеги, третий этап, это убедиться в том, что у вас все работает, да, это нужно зайти на localhost 4200, пожалуйста, откройте, ну и, по сути, вы должны увидеть тестовое приложение, да, то есть, пожалуйста, все это дело работает. А здесь, на самом деле, много всякой документации, да, то есть, я бы сказал, весьма детальный, поэтому можете почитать, посмотреть. Так, здорово. Значит, да, как остановить приложение? Ну, понятно, Ctrl-C. Я думаю, вы в курсе всего этого дела уже и так, да. Ну и ng-help, команда весьма полезна, тоже, я думаю, вам пригодится. Можно посмотреть, какие здесь там, вот, что там билдить. Ну, с билдинга, соответственно, можно run выполнять там, да, list там. Вот, одним словом, посмотрите, здесь весьма много чего есть. Конфиг, соответственно, можно там конфигурацию подправлять, да. То есть, вот такие вот, собственно, варианты. Поэтому большая просьба посмотреть, если вы хотите сделать все это детально.
детально. Дальше, коллеги, напоминаю про Angular Docs, тоже весьма хороший ресурс, здесь весьма детально все расписано, да, тоже есть вот примеры, там Your First Angular App можно почитать, да, есть уроки, всякие там примеры всего этого дела, тоже, я думаю, вам пригодится. Итак, коллеги, напишите цифру 3, если у вас открывается, как у меня, да, то есть вот, пожалуйста, все это работает, и, соответственно, у вас тоже все должно получиться, как у меня. Так, так, так. Да, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я, собственно, дошел до конца, и у меня получилось установить Angular и даже сбилдить приложение, и мы убедились в том, что оно работает. Так, вопросы, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, задавайте. Так, смотрим вопросы. Так, это рассказал, то тоже рассказал. Итак, коллеги, кому был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, вподобайкой, нравликом, ну или просто поставьте палец вверх. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, то мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания в формате Learning by Doing. Да? То есть я делаю, вы повторяете. Все прям идеально просто. Поэтому, если как бы можете читать, можете букву печатать на клавиатуре, то как бы все у вас должно получиться. Дальше, коллеги, мы выдаем международные сертификаты, даем скидку большую на международную сертификацию. И самое важное, помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому приглашаем вас на курсы, где вы сможете всему этому делу научиться. На этом все. Ассаламу алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя, своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. Поэтому, если у вас что-то не получается, то, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео. Мы будем помогать вам, чтобы у вас все получилось. На этом все. До свидания.